Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Друзья, сегодня хочу приготовить очень вкусное мясо. Мясо, которое получается очень сочным, очень вкусным, с красивой корочкой. Ну, в общем, все, как я люблю. И самое главное, что готовится очень просто и очень аппетитно. Начинаем готовить. Поехали! Сегодня готовлю куриную грудку. Обычно куриная грудка всегда получается суховатой. Я сегодня покажу, как можно ее сделать более сочнее и более вкуснее. Дальше нам нужно куриную грудку сделать в ней глубокие надрезы, но не до конца. Сделали продольные надрезы, теперь делаем поперечные. Слегка перчим и слегка солим. Отправил сковородку на плиту, добавляя чуть-чуть растительного масла. Обязательно нужно подождать буквально секунд 30-40, чтобы накалилось наше масло, и после можно отправлять мясо жарить. Масло накалилось, отправляем жарить грудку. Жарим грудку с каждой стороны примерно по 3 минуты, потом будем добавлять очень вкусные хитрые специи, которые придадут нашей грудке ну просто обалденный вкус. Огонь под сковородой не очень большой, чуть-чуть больше среднего. Я не люблю, когда летает масло по всей кухне. Все, мясо прожарилось ровно 3 минуты. Переворачиваем. Уже образовалась тонкая корочка, но мы будем мясо крутить еще несколько раз. Поэтому не переживайте. Корочка у нас получится просто шикарная и обалденная. Обязательно смотрим видео до конца. И готовим вместе с Шустрый Бум. Мясо перевернул. Беру свою любимую терочку. И два зубчика чеснока натираем прямо на мясо. Если сразу отправить чеснок в сковородку, он сгорит. А сейчас он будет просто добавлять вкус. Идеальный вкус нашему мясу. Два зубчиков чеснока будет вполне достаточно. Яблочный уксус. Нам понадобится чуть меньше столовой ложки. Соевый соус, примерно 2 столовые ложки. И хорошую горку меда. Теперь жарим до тех пор, пока не испарится полностью соевый соус. Но при этом будем каждые 2 минуты переворачивать грудку и добиваться красивой корочки. Ну вот и все, мясо готово, буквально 10-12 минут обжаривалось, жидкость улетучилась, и у нас получился соус, впитанный в курицу. Аромат стоит просто шикарный, друзья. Такая курица получается очень вкусная и очень сочная. Мясо вообще, друзья, идеальное. Под салатик. Под пюрешку, под макарошки. Просто бомба. Друзья, пробуйте, делитесь своим мнением. Конечно же, комментируйте под видео. И, конечно же, если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся, кто не подписался. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока. Давайте попробуем. Курица получилась очень мягкая, очень нежная, очень ароматная, друзья. Обязательно попробуйте. Я жду ваших отзывов в комментариях. Всем пока.